Нехорошая тенденция последних лет. Каждый январь в Иванове стреляют. Не обошлось и в этом году. Ночью 30 января в районе ТЭЦ-3 неизвестный обстрелял «Мерседес». Его владелец вышел из дома, сел в авто, но тронуться с места не успел. Машину буквально изрешетили из автомата Калашникова. Водитель остался жив. С огнестрельным ранением ноги его доставили в больницу. Поясним, что потерпевший Гамлет Авдалян сейчас находится в поле зрения ярославских следователей. В отношении него расследуется уголовное дело. Расстрелянный ивановец привлекается к ответственности за причинение вреда здоровью одному из ярославских парламентариев. Связано это с произошедшим в Иванове или нет, предстоит разобраться следствию. В настоящий момент мы уже говорим о 4 экспертизах, которые назначили следствию по настоящему делу. Проведены, конечно, и обыски, и изъятия, и вещественные доказательства у нас приобщены к материалам уголовного дела. В настоящее время направлены действия все на то, чтобы установить лицо, совершившее указанное преступление.